Приветствую вас! Сегодня мы более детально поговорим с вами о ICO проекта Verifile. В прошлом видео я рассказал вам о проекте, о чем он будет, о всех его плюсах. Мы посмотрели с вами команду, также как это будет все работать. Ну а сегодня мы более детально уже разберем ICO проект. Во-первых, давайте поговорим с вами о токене. У проекта будет свой токен, символ его VER. Он будет сделан на эфириуме, на ERC-20. И цену они установили, это 20 центов. И общее количество получается у нас 442,5 миллиона токенов VER. Далее, как будут распределены токены у нас. На публичную продажу пойдет 28,7%, на приватные это 11,3%, команде и помощникам это у нас 7%, на маркетинг и баунти 6%, также основной команде это у нас 16% и 31% зарезервирован. А далее, как же будут потрачены собранные средства, которые они собрали на ICO. Ну, 40% пойдет на разработку, также 25% на маркетинг, 15% команде, 10% зарезервировано, и 10% пойдет на легализацию проекта, там сделать различные документы, ну и в общем легализовать полностью проект. Сейчас у нас идет при ICO, в нем вы можете принять также участие. Для этого вам необходимо присоединиться к нему и заполнить данные. То есть здесь у нас имя, адрес электронной почты. Если вы не компания, то ничего здесь не пишем. Страна. И также указать, что вы хотите присоединиться к при ICO. Просто напишите, я хочу присоединиться. Там можно написать такую-то сумму хочу внести, допустим. Там 100-200 эфиров, ну, я не знаю, сколько вы будете инвестировать, и отправляйте им, и все, далее они уже с вами свяжутся. Также обязательно присоединитесь к их телеграм-каналу и остальным соцсетям, чтобы следить за проектом. Ну и также в телеграм-канале вы можете задавать любые вопросы команде, и они обязательно вам ответят. Там очень отзывчивые менеджеры, которые отвечают на все вопросы, которые связаны с проектом Verifile. Еще раз повторюсь, только вы сами решаете, инвестировать данный проект или нет. Я просто выбираю интересные проекты и рассказываю о них вам. Но выбор стоит именно за вами. Также вы можете задавать вопросы под видео, я обязательно на все отвечу. На этом мы прощаемся. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.